Производство электрокаменок для компании «Теплодар» – это относительно молодое направление, но тем не менее есть в ассортименте позиции, которые, пожалуй, не найдешь ни у кого из производителей. Чего стоит только парообразователь, который, в принципе, устанавливается в дополнение к основной электрокаменке практически в любую сауну, либо баню. Так вот, в ассортименте электрокаменок появилась еще одна новинка – печь Steamline. Очень стильная, интересная внешне, покрашена графитовой краской, даже такой вот с легкой синевой. Внешне выглядит, я думаю, что гораздо интереснее, чем на картинке, поэтому, когда она появится у нас в магазинах Farnax, приглашаем вас посетить их и лично убедиться в том, что эта печь действительно выглядит очень интересно. Но здесь я пока не вижу никакого парообразователя, поэтому, скорее всего, это классическая напольная электрокаменка. Линейка будет расширяться в большую сторону. Здесь представлена самая младшая версия, рассчитанная на парильные помещения до 8 кубов. Электрокаменка без встроенного управления, но к ней можно будет подключить практически любой пульт. Ну и в ассортименте компании «Теплодар» есть новые пульты, которые сейчас уже доступны к заказу, в том числе и в магазинах Farnax. Пульт выглядит таким образом, очень симпатичный, абсолютно полный необходимый функционал для управления любой электрокаменкой, плюс топовые версии таких пультов дают возможность управления еще и несколькими электрокаменками, подключенными к одной сети. Пульт состоит из двух блоков. Это внешний блок, который можно будет либо навесить на стену, у него такой аккуратный металлический корпус, либо можно его разобрать и встроить вот эту вот декоративную переднюю панель уже в стену, для того, чтобы выглядело это все единым целым. Ну и сам силовой блок, блок коммутации, который можно будет где-то неподалеку от электрокаменки установить. Ну, вернемся к электрокаменке. Steamline выглядит очень стильно, может быть, даже ее назвать нужно было Steamline, но тем не менее, покрашена она сверху порошковой краской, глянцевой порошковой краской, цвет нам тоже знаком по предыдущим линейкам электрокаменок «Теплодар». Внутри все изготовлено из нержавеющей стали. Антенны стоят итальянские с материалом, покрытие которого называется инкалой. По сути, это антенны из нержавеющей стали. Кстати, зарекомендовали они себя довольно неплохо и не выходят из строя довольно длительное время. Плюс, конкретно в этих электрокаменках Steamline не предусмотрено встроенного парообразователя. Но помним о том, что у Теплодара есть такая замечательная штука, как Steam картридж. Его можно будет установить на практически любую импортную электрокаменку, ну и в том числе, конечно же, на родную теплодаровскую печь. Повторюсь, Steamline рассчитан на 8 кубов. Будут еще модификации, рассчитанные на большие объемы помещений. Печка внешне очень интересная. Думаю, в скором будущем мы ее закажем. И вы можете лично посмотреть, как она выглядит в одном из наших магазинов Farnax.